Скажи, какие ботинки лучше надеть? Надень левые. Левые от меня или от тебя? Тебе что, все равно? Ну, надень, которые потемнее. Так они к моему свитеру не подойдут. Надену светлые. Что делаешь? Вот мы сейчас с пацанами в зале были. Ты что, на жопе штаны провалить, прикинь? А Егор, короче, купил новую тачку и поставил на нее красные диски, прикинь? А у Димона вообще новая девушка появилась. А он не говорит, как ее зовут. Наверное, она страшная. Ты вообще слушаешь меня? Да, я тебя слушаю. Ну и что я последнее сказал? Про диски. Какие диски? Я тебе столько всего рассказал. Ну что за фигня? Слушай, мне кажется, в наших отношениях пропала романтика. Когда последний раз ты мне цветы дарил? А в ресторане когда были? А в кино когда пойдем? У тебя кто-то появился? Тебе кто-то нравится? Так и скажи. Что нормально? Давай потом поговорим. Когда потом? Ты мне так каждый день говоришь. Все, я понял, что ты ко мне охладела, поэтому я ухожу. И не ходи. Ну и что значит? Ты реально не пойдешь за мной? Ты что, все равно, что я ухожу? Я никуда не пойду, я остаюсь. О, новый рекорд. О, сейчас нам Паша придет. Как раз вас давно хотел познакомить. Паша? Ну, помнишь, мой друг? Мы же хотели время вместе провести, Антон. Ну, посидим, посмотрим вместе фильм. О, здорово, братан. Знакомьтесь, это Саша, Паша. Ну, привет, Паш. Ну, привет, привет. Че за кинцо? Сань, за попкорном сбили? А тебе сладкий или соленый? Мне сырный, пожалуйста. Ребят, да ладно вам, сейчас я все сделаю. Вообще-то мы с Антоном смотрели фильм, ты нам мешаешь. В смысле мешаю? Мы с ним договаривались. Знаешь, ты мог не приходить сюда вообще. Хоп-па! Саша, прекрати! Прекрати, нет! А куда пахан ушел? Да он этот с собакой пошел. Так у него же нет собаки. Да? Странно. Антон, в общем, мне надо купить сумочку, туфли и платье. Я пойду пожру пока. В смысле? Сань, ты хоть что-нибудь выбрала? Мы уже 8 часов ходим по магазину. Антон, посмотри, какая сумочка красивая. Пойдем посмотрим. Сань, да у тебя на той неделе точно такую же купили, ну пойдем, пожалуйста. Да она не такая же. Такая же, тебе говорю. Антон, ну я что-то не уверена в данном выборе. Девушка, может вам что-то другое подобрать? Да не надо, ты че, смотри, свитер бомба, шапка просто супер, оформляем, братан, пойдем. Антон, это кто? Теодор, мне нравится. Я не знаю, только начался фильм. А это что за девушка? Я тебе говорю. Понятно. Ты что, Саш, там ничего страшного нет. Да посмотри на ее юбку, она отвратительная. Я не могу на нее смотреть. Юбку? Мы будем рады, если ты поедешь с нами. Саш, можешь не печатать? Ой, прости, пожалуйста. Лен, в общем, я сейчас не могу говорить, мы тут фильм смотрим. Блин, не записалась. Короче, я сообщение первое не отправила, я сейчас не могу говорить. А мы тут фильм, в общем, смотрим, я печатать не могу. Тут ты что? Блин, я же говорил на паузу поставить. Да тут ничего такого не произошло. Он сказал, что ее не любят, потом они куда-то уехали. Потом тут вроде кого-то убили, я не поняла из-за чего. А сейчас у них вроде скоро свадьба. Ну что, как тебе фильм? Блин, ну такое, знаешь. В целом неплохо, но только мне не понравилось, что тут кого-то убили. Ты что, это комедия, тут никого не убивали. Разве? Давай зайдем еще в один магазинчик и все. Точно все. Да, мне нужно купить пиджак. А потом мне еще нужны ботинки и косметики побольше. Антон, ну как тебе? Мне плохо. Антон, так подожди в машине. Я бы подождал в машине, но у меня ее нету. Мы все потратили на твои шмотки. Больше с тобой по магазинам не буду ходить никогда. Да чё ты, классно же пошопились. С этого дня по магазинам мы не ходим. Да ты что? Только в продуктовый. Переходим на онлайн-шоппинг. Вот я скачал у тебя приложение Пандал. Вот все здесь твои платья, можешь заказывать онлайн по нормальным ценам. Но я не люблю онлайн-магазины. Какое платье красиво и так дешево. Хочу, хочу, хочу. Ого. Антон, а дай-ка, пожалуйста, мне свой телефон. Пошли! Ты чё,
На, держи. Ага, будь здоров. Спасибо. О, Дей, а я так и думала, кстати. Что? О, ребят, привет, я тут в магазин сходила, сейчас что-нибудь приготовлю. Ребята! Ладно. Ребята, я тут вам курочку приготовила, хотите? Пасуй, Антон, пасуй! А еще мы, кстати, вчера с Саней так классно в клубе потусили. Ага, да, да, круто. Там было столько классных и симпатичных парней. Ага, да. И они нас все угощали напитками, между прочим. Я понял. И я там встретила своего бывшего. Круто. Он купил себе новую крутую тачку. Молодец, молодец. И вообще он меня до дома довез. Я понял. Пасуй, пасуй. На. Антон, я беременна. Что? Курочка готова. Наконец-то поедим, погнали. О, курочка. Приветик. Привет. Ты пиццу купил? Блин, я такая голодная, так кушать хочу. А ты что мне ничего не оставил? Так ты же на диете. Вон твой брокколи и всякая трава, ешь ее. Серьезно? Ты как обычно про меня забыл? Ты вообще про меня помнишь когда-нибудь? Ты все время проводишь со своими друзьями. А когда ты мне последний раз дарил цветы? А когда мы с тобой последний раз ходили в ресторан? Вот и жри свою пиццу. Ага. Антон, прости, пожалуйста, я хотела извиниться, я была не права. Ну, наконец-то тебе дошло, что ты не права. Ты серьезно? Вообще-то я специально извинилась, чтобы мы помирились. На самом деле ты не прав. Что ты вообще делаешь? Иди и жри свою пиццу. Нет свободных номеров, и я предлагаю вам поселиться втроем. Вас устраивает? Тесноте да не в обиде. Пойдем. Ну что, сейчас классно проведем вместе время. Будет веселее, да, реально. Здорово! Открой! Офигенный номер! Куда-то кровать! Да пофиг! Такой классный день у нас сегодня был вообще. Я так рад, что мы наконец-то вместе. Малыш, я тебя так люблю. Господи, как нам повезло, чтобы... А завтра что будем делать? Может быть, мы с тобой взяли. А вообще-то это мой крем. Для ног. Малыш, спокойной ночи. О, я тебе тоже. Привет, какие планы? Да никаких, можно прогуляться. Просто сходить погулять? То есть пить не будем, да? Или будем? Да не, давай не будем сегодня. Просто если мы будем сегодня тусить, то я завтра не встану, еще курсач нужно писать. Да я уже в магазине, грех отсюда с пустыми руками-то выходить. А по поводу курсача вообще не сыт. Завтра встанем и вместе напишем, я тебе зуб даю. Короче, беру одну для блеску глаз и походки легкой. Хотя, слышишь, тут скидочки. Завтра есть 100 рублей. Можно у**ариться в г**ину. Ну, раз скидки... Понял, принял. Беру две. А повод-то вообще есть? Послушай меня. Сегодня день энергетиков. День образования пенсионного фонда. Кто такие праздники-то пропускает? Ну, ладно. Что, ну, ладно? Беру три. Лучше вылечим, не хватит. Ну да, так-то ты права. Че лишний раз-то бегать? Только давай договоримся, когда мы выпьем, бывшим не звонить. Базар, вокзал, и я все проконтролирую. На памятный день наконец-то мы успеем соскучиться. Да, по да, да, да. Если да, честно, да. То я уже скучаю. И, кстати, я тебе приготовила еды на неделю. Спасибо. Там борщик, эти все носки, все присылала. Спасибо. Тебе на сегодня не хватит. Пока. Алло, ты что-то забыла? Да не, я ничего не забыла, просто соскучилась уже. Антон, ты покушал уже? Да, я поел, я же сказал тебе. О, я давно, Антон, но что-то не звонила. Ты